Костанайской области увеличили стабилизационный фонд. В этом году в регионе закупили в 4 раза больше картофеля, в 3,5 раза больше моркови, удвоили закуп говядины и куриных яиц. Впервые в списке заготовленной продукции значатся молоко и сливочное масло. Сейчас в стабфонде почти 3,5 тысячи тонн социально значимых продовольственных товаров. Общая сумма затраченных на них средств превышает 600 миллионов тенге. В случае острой необходимости, отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, закупленной продукции хватит до июня следующего года. Стабилизируют цены в области с помощью продовольственных интервенций через социальные магазины и проведение ярмарок. Ближайшая распродажа назначена на 25 ноября. Весной, как вы знаете, наблюдался ажиотажный спрос вот на картофель. В феврале, в марте произошел рост цен на говядину. И затем, в связи с тем, что начинает дорожать молочная продукция, мы сделали как бы опережающий шаг, закупили продукцию молочного направления с тем, чтобы в нужный момент сделать товарные интервенции.